Кобыла H3. Мы прилетели в Сочи буквально на день на тест-драйв. Смотрите, визуально по фронтальной части напоминает стиль Дарго. Видимо, будут фирменные цвета основные. Это слоновая кость, темно-серый и голубой. Далее, интересно, сейчас ничего страшного, попадай в кадр, ничего страшного. Интересно сделана боковина, много здесь выштамповки, причем она переходит, видите, на один кузовной элемент, а на другой, то, что называется подарок кузовщику. Далее здесь тоже и плюс полка крыла, такая выступающая, но сзади смешно, пойдемте. Какой забавный хвостик выступает, мне это напоминает хвостик нашего кролика, который такой малюсенький-малюсенький, рос-рос, не отрос. В общем, смотрите, традиционно у меня сейчас презентация, я прям сейчас на нее побегу, жду внизу ваши вопросы и после презентации задам их продакт-менеджеру.